И снова здравствуйте, The Brush 2019. Давайте рассмотрим еще одну приколюшку тут такую. Открываем сабтулы, тулы, сферу, вытягиваем, жмем Edit, Make Polymesh, заходим в геометрии, делаем всему этому Dynamesh, прибавляем дивайдов, удаляем вот эту DLower. Фишка тут в чем? Открываем боковую панель, заходим в The Plugin. Так, и вот эту вот фишку всю сюда перетягиваем. Здесь есть интерактивная маска вот эта. И текст 3D. Ставим 3D текст, запишем что-нибудь путнее The Brush. Жмем Enter. Появляется вот такая у нас надпись. Вот такая штука. Поворачиваем ее боком. Жмем Move. Перетягиваем вперед вот так. Затем заходим в деформацию. Пардон, в геометрии. Жмем Size. Все это дело вот так вот уменьшаем. И вот так вот все это сбоку сделаем потолще. Вот таким образом. Приблизим. Теперь можно вот этому делу всему сделать пошире, побольше буквы. И немножко это дело все еще уменьшить. Вот так вот. Теперь все это погружаем глубже. Вот таким вот образом. Заходим опять же в геометрию. Делаем всему этому одну полигруппу Ctrl-W, делаем Dynamesh, прибавляем Ctrl-D полигоны, удаляем их DLower, затем заходим в сабтулы, переключаемся на сферу, делаем Merge Down, ОК. И теперь заходим в интерактивную маску и жмем Crease Intersection Mask. Вот такая штука. Сейчас прогон закончится и посмотрим, что получилось. Все это дело поворачиваем, Ctrl-Shift, и вот она у нас уже надпись проецируется на сферу. Также можно надписи делать на кольца, на какие-нибудь одежду, какие-то лейблы делать и так далее. Делаем Ctrl-I. То, что вот эту букву мы скрыли, их можно в геометрии Modify Topology Del Hidden просто удалить. Закроем боковую панель, пока не надо. Переключимся на RGB. ZAT отключим. Выберем какой-нибудь цвет. Ну, допустим, красный. И это все дело можно вот так вот покрасить. Снимаем маску. Вот такая приколюха. The Brush удивляет. Классная штука. В будущих работах очень даже пригодится. Ctrl-Z, если нажать, и то можно вот это все дело вот так вот выдвигать, вот так вот с этим всем работать. Все, всем пока, до свидания.